Друзья, сегодня я вам опять показываю корни, снисходящие по скале. Корни фикуса. Вот это тоже они же, корни фикуса. Ну вот в данном случае они вот так. Вот так. Приспособились. То есть дерево пускает как ни щупальца, ниточки. Потом этот корень приобретает какую-то форму. Это ваш же любимый фикус. Вот он, пожалуйста. Вот такой вот изящный приспособленец. Вот. И вот вся скала, она такая в этих, в корнях. В корнях. В корнях. Вот. Видите, как такой вот интересный экземплярчик. Вот, друзья, сегодня я приехала на речку, на море. У реки, у моря, на другой стороне от того места, где мы рыбачим. Вон там мы рыбачим, а вот здесь... Вот, ну, там вот поближе вода, если удочку закидывать. Хотя спиннинг можно и далеко закинуть. Вот такие вот интересные глыбы. Смотрите. Глыбы, обросшие... Ойстерами. Видите, какие. Вот. Я здесь вот использую под мостом дорожку велосипедную. Перейти дорогу. И поеду по дорожке в сторону дома. Друзья, сейчас я вам хочу показать огороды. Вот такой вот колхоз здесь, где выращивается продукция для, ну, я думаю, что для нас, для сиднейцев, для супермаркетов. Очередной заливчик, затон. А, называется Киямаха.